Делегаты из 47 регионов Российской Федерации, представители органов власти, владельцы ведущих российских компаний, индивидуальные предприниматели, общественные деятели. Съезд общероссийского движения «Предприниматель» на территории усадьбы Гребнева собрал заинтересованных в развитии бизнеса и укреплении экономики нашей страны. Нам бы хотелось, чтобы сегодня действительно получилась яркая, интересная, насыщенная программа, чтобы мы все могли без рамок спокойно пообщаться, чтобы все могли найти решение своих проблем, если они есть. У кого-то есть удачные примеры и кейсы, они могли ими поделиться. Поэтому я желаю, чтобы сегодня наш съезд прошел продуктивно. И мы, конечно же, вас любим и ждем в нашем Подмосковье, потому что здесь есть все для развития бизнеса. На одной площадке собрались как малые предприниматели, так и представители крупных предприятий, давно зарекомендовавших себя на рынке. Здесь они смогли не только показать себя, но и на других посмотреть, обменяться контактами, идеями и опытом. Валентине на съезде представилась возможность познакомить участников со своими кондитерскими изделиями, производство которых находится в Щелково. Огромная благодарность администрации города Щелково за приглашение. Вот. Мы очень рады, что проводятся ежегодно такие мероприятия. Для нас это возможность обменяться опытом, контактами с предпринимателями, с представителями администрации. То есть это огромная польза для нас. Динамично развивающемуся предприятию «Щелково Агрохим» в этом месяце исполняется 25 лет. На территории нашего городского округа оно росло с первой тонны средств защиты растений, а сегодня эти тонны исчисляются тысячами и обеспечивают потребности страны. Очень важно, что с разных направлений, как и представители власти, представители бизнеса, представители местного самоуправления встречаются на одной площадке, между собой обмениваются опытом, решают напрямую какие-то вопросы здесь и сейчас. На территории Московской области оказывается большая поддержка предпринимательскому сообществу в различных направлениях, начиная с социального предпринимательства и заканчивая крупным бизнесом с огромными многомиллионными вложениями. Большое значение имеет поддержка на местах. Торгово-промышленная палата городского округа Щелково принимает активное участие в поддержке предпринимательского сообщества. Мы координируем и организовываем действия предприятий, которые нацелены на получение поддержки, получение субсидий, оказываем юридические услуги и консультации. Время показало, что наши предприниматели городских округов в условиях санкций не только не снизили объем продукции, а стали в полной мере реализовывать принципы импортозамещения. Увеличили некоторые даже в несколько раз объем производства, освоили выпуск новых товаров взамен ушедших с российского рынка иностранных производителей. Бизнесу быть. С помощью всесторонней поддержки власти он в нашей стране, в нашем городском округе становится самодостаточным и уверенно смотрит в завтрашний день. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.